что такое тщеславие и как его избежать? На русском языке слово «тщеславие» означает, что ну, «тщета» — это что-то такое пустое, да? «Тщета» — слава, сами знаем. То есть, когда человек впустую, когда он не имеет какого-то повода искать славу, он этого ищет, и от этого получает некоторое удовольствие, да? Когда его хвалят, когда о нем говорят вот такие всякие вещи, очень часто которые не имеют содержания, вот, и он этим живет, можно так сказать. Это путь к гордости, то есть тщеславие — это преддверие гордости. Это еще не является гордостью, потому что гордость гораздо тяжелее. Тщеславие — это, в принципе, искание славы, искание каких-то похвал. Вот как его избежать? Это довольно сложно, сам помню. И английский учитель говорит, что похоже на треугольник. То есть как бы его ни кинь, все-таки один угол кверху идет. И так и тщеславие. Допустим, когда человек избегает каких-то роскоши, он может тщеславиться тем, что он очень скромный, очень аскетичный. Когда он избегает аскетики, он может гордиться тем, что он такой вольнодумный и так далее. То есть побеждая каждый грех или каждое препятствие в своей жизни, есть опасность впасть в тщеславие. Вот. Избегать этого можно всегда, имея память о своих грехах и о благодеяниях Божьих. Да, что мы просто-напросто имеем. Все, что мы имеем, является подарком Божьим, даром нам, который имеем нищету, просто это пару копеек от этого богача. В принципе, в такое состояние именно, что мы имеем очень мало из того, что мы должны были иметь. Человек очень низко упал. Вот. Это похоже на то, что он бедняк нищий, который получит пару копеек от богача, он будет гордиться этими копейками. То же самое тщеславные люди, которые еще не достигли состояния с просто обычного, нормального, полноценного человека, они, имея некоторые пару дарований, просто этим гордятся, кичатся и не хотят развиваться. Тщеславие мешает человеку получить духовный рост. Поэтому нужно помнить о том, кем человек является, и помнить о дарованиях Божьих. Если же Господь через него другим что-то открыл или как одарил его нечто, каким-то талантом, нужно просто понимать, что он является кусочком стеклышка, на котором падает солнце, какой-то кусочком зеркала, которое в своей силе отражает солнце, но не является источником солнца. Солнцем является сам Бог, и человек просто-напросто может в какой-то мере свои способности отражать эти лучи солнца. Поэтому нужно все, что у нас есть, конечно, это будет очень правильно, через призму божественного вмешательства, божественной помощи нам все это, всю эту призму провести, и тогда, я думаю, будет гораздо легче победить эту страсть тщеславия.